такие они все, с характерами женщины. В возрасте они уже делаются такие вот непростые. А сколько ей лет? Ну, моего возраста уже. Рита моего возраста, и это Наташа, может, чуть помоложе. Зависть человеческая – это самое страшное, наверное, в работе сотрудников. Она везде. Тем более, когда большой коллектив еще, может, не так заметно, а когда вот целый день нос в нос. По-разному. Будем надеяться на лучшее. Вам же надеяться ни на что не надо, вам надо просто найти человека и заменить, и все. Ну да, да. Я не думаю, что у вас так это много людей, которые... Ну, очень мало. Вот моя подруга Ирина Николаевна, у нее же вот как бы игрушки и косметика. И вот хороших менеджеров найти, ну, хороших, это целая проблема. Это всегда вот такой сос бесконечный. Да даже продавцов путных, и то вот не найти. Вот когда Толик был жив, царство небесное, им намного легче. Хотя он пил, конечно, 5-10, но вдвоем легче было с этой рыбой. Он больше с должниками работал. Бывший милиционер, ему легче это было. А Рамиль более такой вот он, интеллигент, ему тяжело убивать долги. Всякие нюансы. Город маленький, конкуренция огромная. И больше в другом Рамиль уже, ну, в этом возрасте уже вот куда пойдешь? Кому ты нужен там? Я думаю, что состояние любое, значит, это возглавить. Хочешь крупный магазин, хочешь какой-то в сетях работать. То есть я думаю, что его опыт он очень хороший. Да, ну вот. Поэтому... Там все равно молодых ищут. 50-летних уже не особо. Но пробовать надо, я считаю, параллельно. Если ну да, есть да. Такое намерение, надо пробовать. Пока сильно не зажало, да. Это же как бы... Вот когда уже прижало, там придется бегать быстро и что-то там. А когда не прижало, то получилось, не получилось. Зато опыта много стало. Вот и все. Рамилю трудно взаимоотношения с людьми строить. Ну, вот. Потому что трудно, это же не значит невозможно. Да, трудно. Много трудностей в жизни чаще.